происходят всякие самые разные чудеса. И вот, когда родители пошли в гости, дети собрались, посвящались, решили узнать, а что же бывает дома, когда все-все уходят. Дети уже давно подозревали, что вещи не совсем вещи, и гораздо больше, чем вещи. Но они не хотят показываться детям. Тогда они решили спрятаться и сделать вид, что их нет. И вот, когда родители ушли, закрыли за собой дверь, все дети собрались в комнате и спрятались. И спрятались. И сидели тихо. Неожиданно в доме стали происходить странные вещи. Дело в том, что кресла, которые уже много лет стояли по углам комнаты и никого не трогали, стали двигаться. Бегемоты! Оказывается, это были не кресла, это были бегемоты. Они стали двигаться и выползли из центра комнаты. Прямо к детям. Они наполнили болото. Дети вылезли и увидели, что они в окружении бегемотов. Прямо они сдувались. Сели. Они так испугались, что они все сели и замерли прижавшись друг к другу. Им очень страшно. Потом... А кресла рассердились. Что это такое? Эти дети узнали нашу тайну. Они узнали, что мы мечтаем быть бегемотами. Но дети были храбрыми. И они спросили. Кресла, чем вы обижаете? Чем вас пугаете? Громко спросили. Зачем вы нас пугаете? Потому что как же мы вас не будем пугать? Вы же такие дети, вы все прыгаете по нам! Вы рвете нас! У нас дыры от вас появляются, вас вылезают пружины, а проку от вас никакого нет! Вот дети вспомнили! Что они, конечно, могут помочь. Они вспомнили, что есть вещь, от которой все на свете, даже бегемоты, даже кресла, становятся добрыми. И это вещь какая? Шоколад! Скажите, с кем? А у меня как раз было много шоколада, которые нашли под елкой. И они стали кормить бегемотов шоколадами. Они кормили кресло шоколадом.